Мушкелины с Turkish Kulkom, я ваша любимая Анна Ракаева. Бурдаим! Ну что, за окном у нас не зима, правда, не снег, но новогоднее настроение есть абсолютно у многих, давайте я так скажу. И у меня оно тоже есть, потому что я для вас сегодня приготовила самый классный топ самых полезных слов на Новый год. И как вы думаете, какие же это слова? Правильно! Я вам расскажу, как будет елка, украшать, праздновать вообще, что такое Новый год и Рождество по-турецки. Не переключайтесь. Первое, с чего мы с вами начнем, это как же поздравить с Новым годом, не так ли? Мутлу йылар, счастливого года! Йени йылыныз кутлу олсун, поздравляем вас с Новым годом! Йылбаши, это праздник сам, Новый год. Йылбаши геджиси – это новогодняя ночь. И йылбаши татили – это новогодние каникулы, либо просто. Йылбаши аджи – это новогодняя елка, от слова ач, да, дерево. Йылбаши аджи – это новогодняя елка. Йылбаши сюслери – ой, это новогодние украшения, новогодние украшения. А вот слово сюслемек – это слово украшать. Еще очень хорошее выражение. Йылбашыны аджинын алтына хедие коймак. Это класть подарки под елочку. Ой, у меня самый лучший подарочек уже есть. А вы какие хотите подарочки под елочку?